Приветствую, дорогие друзья, с вами Паркер. Очередной обзор на очередного дауна. Профессионал с пабликом, некий Динар. В общем, имеет лаг-блокировку, ник Шумахер. Очень быстрый, видимо, пацан. Вот, постоянно его что-то разбанивали на каком-то паблике. Народ жаловался, что Типуля все знает, но сейчас в конце концов его забанили. Вот, ну давайте посмотрим вот эти вот божественные выходы на мидл, да, беспалевные такие, спокойные, блядь. Вот как вот я специально вам сейчас показываю этот раунд, чтобы вы знали, как он выходит у нас с мидл, да, когда нет никаких угроз. Теперь смотрите. Кидаем флешечку, запалил квадратик, сразу видели, да? Оп, остановился такой, блядь. Аккуратненько уже, аккуратненько, и сразу мы чекаем грибы. То есть вот такой вот у нас дефолт у него. То есть когда никого нет, можно спокойно выбегать. Но когда там стоит моделька, нужно, блядь, остановиться и уже аккуратненько. Смотрите, следующий раунд, тоже такая же ситуация. Кидает, да? Смотрите, на этот раз квадрата нету в грибах. Туда нахуй не надо вообще смотреть. Мы сразу же чекаем респу. То есть, ну, вы поняли, да? Логику моих рассуждений за три раунда. Ну и здесь, конечно же, блядь, мы унюхали типа за сигаретой. То есть без инфы просто тип наглый его прошил. Вот, хотя до этого он тоже на Б выходил и никогда не простреливал такие места, да, где когда никогда никого не было. Теперь смотрите, раунд. Первый фраг, бог с ним. Вот сейчас будет самое интересное, блядь. Так, ага, типа направо мы пропускаем, но слева у нас, блядь, более перспективный фраг. Вот, типуля у нас в пленту, и мы очень точные прострелы делаем. Смотрите, ровно в квадрат пытается нашить. Ну, это у нас пули-космонавт очередной, блядь. С такими прострелами, блядь. Надо попрыгать, нахуй, посмотреть. Ну и здесь мы, конечно же, должны уже затащить раунд, потому что мы очень жесткие. Мы Шумахер, и нужно держать марку. Смотрите, да, следующий раунд выбегает у нас на Б. И здесь суть раунда, сейчас я вам объясню. В общем, типа в тупке, естественно, он сидел, да, ESP не просветило. Тут, смотрите, вроде бы, ага, никого нет, то есть плент он не чекает. Хватает бомбу и хотел ее уже ставить, как тут же просветился ESP. Он сразу же достает ТК и бежит к щепке, чтобы его забрать. То есть вы поняли, да, все у нас абсолютно очевидно. То есть он должен был брать пачку и бежать в плент ставить, но как раз мелькнул у нас ESP и все. Так, ну а мы с вами переносимся на карту Денюк. У нас здесь демочка со спектаров, но в принципе похуй, да, нам здесь чек на валхак. Не суть, здесь смотрите, префайр, да, заранее, и хуярит ровно в квадрат. Так, бледина, смотрите, как он чекает у нас ровно в квадратике. Ну тут по сути даже, он, может сказать, заранее даже от хаешки начал отходить. Вот. Слоумо здесь сейчас будет виден префайр. Смотрите, квадратик у нас подходит, и он хуяк заранее начинает стрелять, еще только в квадрат вышел. Ну и все, здесь резко переводит, и хули тут инфа с космоса, блядь, все по дефолту, блядь, пытается нашить ровно в квадрат. Ну скажет, ну на звук, ёп, на паблике, блядь, по шагам, ну это как обычно, все четко. Теперь смотрите, два квадрата ползет. Одного он видел, но второго он не видел, и здесь просто на приф. Сразу же уже знает, что там второй, и на префайре уже выходит. Здесь пустое место специально в девятку пострелял, показал, что, бля, я типа по дефу, нахуй. Тип, ну, такой дефолтный парень, блядь, Шумахер, хули, и всем известно, блядь. Здесь тоже на префах, блядь, все нормально, захуяриваем. Вот, здесь берем АК, смотрите, как он чекает, да? Ну, видно, что он отъебись все это делает, блядь. Вот такой вот персонажик, нахуй. На улице стак ангар. Ага, за красным там не посмотрели. Ну это ладно, это хуйня. Следующий раунд. Смотрите, здесь уже мы на префах не выходим. Но здесь уже преф делаем в другом месте. Даем голову типу. Такой, ага, все. И здесь уже выходим. Знает, что справа никого нету, да. Мы уже спокойненько берем АК и чуть ли не боком, блядь, выходим. Квадрат, блядь, на респе пропускаем. Здесь видим два квадрата, блядь. Здесь хули пытались, блядь, получить несанкционированный доступ в залупе, блядь, эними, но... Его нахуй забрали. Здесь, смотрите, тоже никаких префайров. И здесь мы сразу же чекаем справа, да. То есть деф у левой стеночки мы не чекаем. А там, где обычно бывают персонажи, а сразу же чекаем справа, да. Вот именно вот здесь уже.
Вот, ну и вторая моделька, блядь, здесь уже тупо на прев. Здесь уже сотый момент. Все, вот просто прев. Тип просто стоял. Все, дорогие друзья, блядь, наш персонаж получает хуй за щеку. Вот. Ну а с вами был Паркер. Удачи вам, любви, терпения. До скорых встреч.